Приветище! Сегодня мы с тобой возвращаемся назад в прошлое, чтобы выяснить, что же произошло с соседом несколько лет назад. Дети, через 20 минут полдник. Мамуль, спаси меня от тигра! Эй, полегче, а то снесет меня. Что это у тебя? Купился. Итак, мы начинаем игру за дочку соседа. А это наш маленький братец. Он считает до 100, чтобы мы успели спрятаться. Куда ж нам спрятаться-то? О, папа, давай спросим у папы. Пап? Кажется, папа занят. Блин, и не обойти, и не пройти. Вот же встал как неудачно. Ладно, давай попробуем в другое место. Ой, какие у меня замечательные туфельки. Маленькая девочка в платьюшке и туфельках с голосом бородатого мужика. Блин! Куда же спрятаться? Так, это у нас кладовка. Пап, кладовку закрывать. Сюда точно не вариант. Только если взломать. Так, что, опять в шкаф, что ли? Не, я здесь уже пряталась. Может, тумбочку? Не, это слишком рискованно. Пойдем на второй этаж. О, это мои с братом рисуночки. Черт, я же не хотел полить рисунки. Я же рисую как детсадовец. Соседский мальчишка играет. Forever alone, плак-плак. Кто не понял, мы за этого парнишу играли. Тачка нараспашку, папа как всегда. О, знакомая картина. А, я еще места не нашла, куда спрятаться. Сейчас меня братишка найдет. О, нифига себе. Ты только посмотри. Дырень-то уже и тогда была. Очень любопытно ее происхождение. Как она вообще образовалась. Ха. Ладно, пойдем дальше. Просто огонь спряталась. И так братца напугала, он чуть штаны не наложил. Или наложил, попахивает чем-то. Ладно, пора валить. Сейчас как десантура через окошко. А не, погоди, стулом будет слишком громко. Мэри, иди сюда, выручай меня. Эх, Мэри, подвела меня. Вопс, походу предки после того случая бронированное стекло поставили. Братиш, ты чё замолк? Эй, братиш, текс, нужно в срочном порядке найти молоток. Здесь нет? Пусто. О, горшок. Братиш, я твой горшок нашла. На, вываливай туда свои подштаники, вонючие. А, увлекся, братец. На, кипари хоть одень. Он, походу, этой считалочкой себя зомбировал. Все, капец, пацан пропал. О, моя гитарка. Да, бас-лайн. Я ж типа в рок-группе играю. Ладно, сейчас не до гитары. Валим. У нас дома зоопарк. И художник какой такой нарисовал такую здоровую дверь. Чтоб у моих туфелек бантики оторвало. Как так вышло-то вообще? Смотри, какие банки здоровые. Какая комната здоровая. И это что, у меня фантазия такая бурная? Капец, я мелкая стала. Трава под пупок. А где-то и вообще выше. Блин, ну, в принципе, здесь прикольненько. Мне нравится. Типа а-ля саванна. Мой утопленный лесопед. Ну да, как в оригинальной игре я плавать не умел. Так и здесь, как утопленник, под водой брожу. Так, ну чё, пойдем с тобой на разведку. Надо разузнать, что это за кресло. Точнее не кресло, а что это за место. Шляпа отца. Смотри, какой здоровый голубь сидит. Или это ворон из оригинальной игры. А фиг поймешь их. Один фиг пернатое существо. Ты глянь, какая здоровенная птица-фабрика там сидит. Пойдем-ка поближе подойдем. Погодь. Слышишь? Шумит что-то. Играет. А, это наверху, наверное, там радио. Ух, какая ты стрёмная, страшная вблизи-то. Эй, тихо, угомонись. Да что ж такое-то? Я сейчас твою пружинную шею в твой деревянный пукан затолкаю. Воу, опасность! Затком чую. Что это за перец такой? А, это же смех моего братца. Напялил на себя шапочку тигра, и теперь он типа тигр. Рычит там что-то. Довела считалочка человека. Братец! Ты видал, он себе еще раз краску намутил на лице. Маугли наряженный, блин.
смотри, какого хомяка нашел. Бедняга на палке сидит. Опачки, неужто ли выходки братца опять, а? Тихо, мы следим за братцем. Куда это он бежит? Ты посмотри. Там какая-то пещерка. Опа, нас спалили, бежим отсюда. Все, оторвались. Так, а это что у нас такое? Опачки, смотри, тут звери нарисованы. Типа, тащи всех зверей сюда. Кажется, я въехал, что тут делать надо. Короче, это моя корзина. В ней было много игрушек. А братец сюда залез, все мои игрушки вытащил и попрятал в этих джунглях. Теперь мне их всех нужно найти. Ах ты, кошак подлый. Куда ж ты мои игрушки попрятал, а? Ну ничего, я за тобой слежку устрою. Я все выясню. Опс, кажется, нас спалили. Пора валить. Пока наш братец метит территорию, мы сейчас посмотрим, что у него дома. Где его логово-то? Логово где-то здесь было. Где эта пещера-то, блин? А, вот она. Опачки! Лёва, здорово, иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Ну иди ко мне. Блин, надо где-то мясца раздобыть. Так не вылезет. Опачки! Наверняка здесь что-нибудь есть. Сейчас, как бы, туда залезь только. Сейчас разбегу, хопа! Опа-на, зебра! Розовая зебра, иди-ка ты ко мне. Ну вот, первую игрушку я нашел. Пока что это было легко. Братец не сильно заморочился с зеброй. Ну, зебра, добро пожаловать домой. Опа, братец глюк поймал. По делам тебе, багаюзер, не-не-не-не, стопэ. Решил меня обмануть, да шиш тебе. Наткнулся на огроменный стул, к которому привязана какая-то труба. Очень любопытно, что там наверху. Ты, кстати, слышишь макаку? Она где-то совсем рядом. Опачки, так это ж кран. Нужен вентиль. А макака где-то в этом дереве сидит, по-любому. Я ее только пока не вижу. О, это ж мамина сумка. Ничего себе, она здоровенная. Опачки, смотри, что я нашел. Это же место. Теперь-то я Леву точно достану с той пещеры. Лева, иди сюда, смотри, что у меня есть. Молодец, хороший мальчик. Куда ты заднюю врубил? Ну чё ты такой медленный-то, а? Всё, иди сюда. Красава, Лёву поймал. За мной идет преследование. Лёва, зебру не обижай. Всё, валим. О, вентиль. Так, преследования вроде бы нету. Братец отстал. Тогда можно взять вентиль. Ништяк. Бежим теперь к крану. Готово. Оу! Вода побежала. Кажись, мы здесь еще одно озерцо намутим. Ну все, хана лопате, затопила ее. Оу! Булыжник какой! Давай-ка возьмем. А ну-ка, если я сейчас в этого пернатого запущу. Опа! Ничего себе, мощная девка! Такие булыжники ворочу! Да угомонись ты, пернатый! Все, ухожу. Хомяк, стой, не прячься. Я сейчас тебя стрельну. Лови камень. Опс, кажется, хомяка убил. А нет, живучий засранец попался, а? Короче, вот эти норы, их тут фигово туча, надо их забаррикадировать. Дай-ка я сейчас камнем. Ой-ой-ой-ой, что это было сейчас, не понял? Вот так. Теперь он здесь точно не вылезет. В общем, я все норы позакрывал, оставил только одну. Хомяку бежать некуда. Да ты чё? Ты чё такой бессмертный-то? А так? Офигеть, бронебойный хомяк. Надеюсь, он сейчас не вгрызется в моё личико. Опа-на! Попался! Ну все, теперь ты-то не убежишь. Ну вот, хомяш, добро пожаловать домой. Сейчас мы с тобой втихаря взберемся на эту вершину. Юху! Теперь я новый царь горы! О, что это у нас там? Аккуратненько спускаемся. О, так это ж наш пылесос! Опа! Ну-ка,
Не, кнопка не включается, здесь тоже ничего не включается. А жаль. Прикинь, на все джунгли такой здоровый пылесос как включил и все засосало нафиг. Идем на этот роскошный диван. Чего у нас там? О, булыжник еще один. Роскошный вид отсюда. Кстати, вот смотрю на потолок и такое ощущение, как будто я в коробке. О, Лемурыч, здорово, братюнь, давно тебя искал. Пошли домой, а? Ребята, смотрите, кого я вам притащил. Лемурыча.